Здравствуйте, мои дорогие, мои любимые зрители! Вот и заканчивается январь, самый веселый, самый интересный месяц, самый холодный, самый снежный месяц. 21 час подряд шел снег, и посмотрите, сколько намело. Снежные горы уже с машину. Сколько снега выпало. Вот еще одно морозное январское утро. Я начинаю с чая, налитого в свою любимую чашечку, на своей любимой скатерти. Ну, а вот и подарки. В этой красивой коробочке набор кремов «Черный жемчуг». И как красиво он оформлен. Это замечательный подарок любой женщине. Давайте же посмотрим, что сюда входит. Итак, три коробочки. Три замечательные коробочки. Второе рождение кожи. Эффект мягкого пилинга. Отбеливающий эффект. Улучшение рельефа кожи. Омоложение. Комплекс фруктовых кислот. Активирует интенсивное обновление при ежедневном использовании перед ночным кремом. Программа для зрелой кожи. Вот дневной крем. Это вот ночной крем. Ночной крем обновляет кожу, а дневной крем сохраняет достигнутые результаты. Защищает от старения с помощью ультрафиолетовых фильтров и интенсивно питает и, главное, что увлажняет кожу. Очень красивая баночка медового цвета. Сюда входит 50 грамм крема. И это идеально, кстати, для дачи, то, что она легкая. Черный жемчуг самоомоложения помогает вырабатывать собственные омолаживающие вещества изнутри. Я убедилась. Кожа омолодилась. Эффект стойкий. Когда-то давным-давно я пользовалась им, потом перешла на косметику Oriflame, потом на французскую косметику. И вот сейчас, раз уж он оказался у меня, хочу его протестировать и посмотреть, потому что цены у него недорогие. И хочу попробовать. Если честно говоря, то для тестирования я выбрала не самое хорошее время. Новогодние праздники. Все мы ходим по гостям, принимаем гостей, много кушаем и не так уж часто бываем на воздухе. И все-таки я рискну, протестирую и покажу вам результат. Это мой первый день применения крема. И хочу сказать, что запах у него замечательный. И, как всегда, крем наношу понемногу и разглаживаю его по массажным линиям. От подбородка к уху, лоб от середины к краям, ну, как обычно. Шею по вертикальным линиям вверх. Я аллергик, и в первую очередь я проверила на коже руки, чтобы у меня этот крем не вызывал аллергии. Для меня это очень важно. Но хочу сказать, что нет, никакой аллергии, слава богу, нет. Посмотрим, что будет дальше. Я уже пользуюсь 3 недели.
у меня уже видите, сколько использовано. Ну, что я могу сказать? Кожа стала намного лучше. Конечно, она не исправит морщины на моем лбу, потому что они очень глубокие, и вообще никакой крем их не исправляет. Ну, а операций никаких и потяжек я не делаю. Но стало, да, намного лучше. В этот, пока я применяю этот крем, больше ничего я не применяю. Ни свои там побочные какие-то маски, еще что я делаю. Там лен накладываю. Я решила, чтобы эксперимент был чистый, ничего этого не делать. Только один крем. Дневной, ночной, перед ночным специально вот обрабатываю кожу. Ночной эссенции для лица. Но это такой своеобразный мягкий пилинг. И вот прошло ровно 4 недели, и я вам показываю результат. Сейчас я не накрашенная. Посмотрите внимательно. У меня, правда, не очень удачно падает свет. Черный жемчуг отменяет возраст. Годы – только красота. Как королевский цветок Энетера распускается каждую ночь, так и зрелая кожа может родиться заново. Черный жемчуг – второе рождение кожи. Ночь – запуск обновления. День – омоложение и защита результата. Нон-стоп, день за днем. Почувствуйте, как кожа рождается заново. Для красоты без возраста. Только что вы видели, как выглядит моя сверстница Лайма Вайкули. Ну, а теперь вы можете посмотреть, как после месяца выглядит моя кожа. Правда, в отличие от нее, я использую только одни кремы. Ну что ж, результат мне понравился. Правда, я думаю, надо было все-таки на глаза какую-то масочку использовать дополнительно, чтобы убрать небольшие отеки. Но в целом результатом я довольна. Хуже точно ведь не стало. Первый мой подарок был билеты в театр, если вы помните. И теперь я могу смело туда идти и блистать во всей красе. Пришло время с вами прощаться. Напишите, пожалуйста, как вам показалось, улучшилась кожа или нет. До свидания, мои дорогие. До следующего фильма. А следующий фильм я вам покажу. Я его снимала, честно говоря, в декабре, перед Новым годом. И там я встречаюсь со своими друзьями. До встречи!